В общем так, в рамках государственной программы необходимо снять рекламные ролики в поддержку туризма и развития рекреационной зоны, в частности, озера Байкал. Приедут звезды федерального уровня. Сергей Писаренко. Вы живете в таком месте, где самый чистый воздух, самая чистая вода и самые чистые люди. Сергей Сафронов. Это магия. Ты кто? А это кто? Ну и Бьянка. Я королева русского R&B. Ребят, подлежите до турбазы, пожалуйста. Стоп, снято! Фу! Почему майонез клубники, ребят? Солнышко, и Байкал прогрелся до плюс 6. Самое время купаться. Сейчас вколем тебе антибиотик. И будешь как новенький. Наверное. Вот Сергей Писаренко с Москвы, актер. Подожди, какой Писаренко? Я... Валим! Я винта замочил! Вот такая вот байкальская магия. Ну все. Нихера. Не-не. Нахера? А долго еще ждать?